Здание 46-й школы уже ждет ремонта, а пока ее ученики получают знания на базе других учебных заведений Октябрьского района. Чтобы узнать о ходе развития событий и решить накопившиеся бытовые вопросы, родительский актив пришел на личную встречу с главой города. Мы видим сейчас заинтересованность, и я думаю, что в дальнейшем мы будем в диалоге эти вопросы решать. И родители, собственно, не против оказать помощь, если она нужна, там, я не знаю, в каком-то переговорном процессе, в улучшении там условий. То есть мы всегда за. Организация горячего питания, летнего лагеря, совместные школьные праздники, передвижение учителей – вот что волнует родителей. Все проблемные ситуации под контролем администрации города. Но главный вопрос – когда дети вернутся в свою школу? В феврале здание посетит комиссия, которая сделает заключение – нужна полная реконструкция или капитальный ремонт. Под любое решение экспертов зарезервированы средства в областном бюджете. Капитальный ремонт нам позволяет восстановить то здание, усиляя конструкции, ремонтируя помещения, перекрытия и оставляя количество мест, которое у вас было 700. Вот все, что можно сжать в сроки, конечно, мы сожмем. То, что не отразится на качестве ремонта 46-й школы. Отремонтировать здание планируется до 1 сентября 2019 года, чтобы школьники начинали новый учебный год в своей альма-матер. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.